Так вот, проверки сейчас проходят в круглосуточном режиме. Экипажи располагаются возле камер видеонаблюдения. Данные о тех, кому запрещено покидать свои дома, это в большей степени люди, которые недавно вернулись из-за границы, предоставил Роспотребнадзор региона. Информация поступает на планшетный компьютер полицейских. И вот, собственно, как происходит сам процесс проверки. Сотрудник ГИБДД, в свою очередь, производит остановку транспортного средства. Если водитель данного автомобиля числится в базе данных Роспотребнадзора, то составляется административный материал за то, что нарушил режим самоизоляции. Кстати, штраф за нарушение режима самоизоляции сейчас составляет от 15 до 40 тысяч рублей. В какую сумму обойдется нарушение правил тем, кого уже задержали, определит суд. А между тем, полицейские продолжают свою работу на улицах Барнаула. И если ваше транспортное средство вдруг остановили, но вы точно находитесь не на карантине, возможно, полицейские хотят вас просто предупредить, что в эти дни выходить из дома можно только по необходимости. Татьяна Голубева, «День с толком из дома».